шестерочки. Так, все, сейчас ночь, я одену толстовочку. Ой, Машуль, ты так мило выглядишь. В шортиках толстовочка. Как будто ты одела шортики моего хомяка. Да все, все, я остаюсь в этом, успокойся. А, я ж тебя забыл. Ой, блин, испугался, нас увидел. Ну, я бы вас тоже увидел, испугался. Он все время пугается, как нас. На охоте такой сзади стоит, осматривает жертву. Лёха, покрасьте что ли, тут ну реально седой очень. Тебе лет 50. Так он ведьмак. Да, вы что, так узнали что ли? Кстати, можно попробовать быть ведьмака сделать, затравмировать глаз. Я уже видел скрины, а ещё из Fallout'а видел тоже ведьмака. Да, с Fallout'а там вообще прям литой. Ну, эпично сделал. Да, а Путина все видели? Нет. Ну, в Fallout'е. Нет, не видел. О, блин. Жесть-то какая. Да, там и Путин, его кошмар, по-моему, сделали, и обезьяну. Да я что-то не стал там заморачиваться с этими ползунками. Была бы лицуха у меня, может быть, заморочился. Look, I need you to beat the streets. You get out there and see what's popping, and I'm gonna see what it do too. And all we need is a couple of fly whips, man. It don't take much. Just drop them off on the dude, and hopefully, shit, he'll kill me quick. Fuck, man. God damn. Look, man. What are you standing here for, man? Go on, get with the shit, man. I'm gonna call you in a minute, man. Языком сами почесать. О, какого хера у него там вейп, это банша стоит? Шнига. Шнига, товарищ Шнига. Так, ты смотри. По-моему, не книга, да? Че, мне надо было, наверное, свой фургончик брать. А, мы нам в разные места, что ли? Как? Нет. Да они вроде подсвечены, нормально все. Как там две машины стоит? Так, одна в одной стороне, другая в другой. Кто за какой? А, точно. Ну давай, мы поедем на дальнюю. Мы на север, мы к реке, да? Мы с океана. Так, нам че их? Да нет, вроде. А, красный, да. А, олики-лики. Бухните, выдави их нахрен, выдави. Добиров. Добиров. Один стоит прямо. А. Ой. Так, еще один есть? Ой, что тачка, которую мы угоняли. Он на карте не отмечается. Все, давай, выходим. Есть, я его сняла. Так, что нам угоняем? А, как раз мы ее угоняем. Да. Можешь съехать? Да, сейчас, блин, залез сначала. Давай, господи. О, прикольно свет, красненький. Ну, даже приборная панель красная. Ага. У вас тоже? Да, это лампа красная. Поехали. И у меня такая тачка есть. Так, просили особо не мять. Да, без проблем. Главный вопрос. Нет, мне эта машина нравится. Она управляется прикольно. Все на ней вчера ездил, кстати. И убегает от меня. Тоже догони, догони. Сам все время подходил. Потом. И че, все на машину залезли? Хотел проскользить, но не получилось. Блин, на сколько часов на запись? Блин, а я запись забыл сделать, поставить. О, блядь. Привыкнешь. Еще и тачка защищайте. И, сука, мы на обеих курмах уехали отсюда. Пиздуй отсюда. О, твой послушный-то мальчик. А, я уж там всех убил. Да. Ой, крыша справа.
Блин, трясется экран маленько. Ой, неужели я всех со страху перебиваю? Я со страху перебиваю. Осторожно, спину бьет. С тыла. О, бежим. А, у меня зависло. А, нет, отвисло. Так, я тоже боку приеду. На крыше. Машина. Я прикрываю тут. Крыша вижу. Опа, откуда? Леки. Да убери ты из рук. Вау. Вай! Мальчик! Тёр. Идите вверх там. Я Лёша с твоей стороны идут, кажется. Да, вижу. Прикройте. Нет. Почти. Ну, я, конечно, всех убил, но уже слегка поздно. Я сам сейчас подохну, блядь. Живи, чувак, я уже потратил все. Да. Нет. Ну, мы же почти выстояли. Чёрт, интересно, с какой части. Ну, по идее, отсюда должен начать. Так, может, где моя позиция? Где моя пальма? Вот она. Тут своих убить же нельзя, да? Ой-ой-ой. Я почти ничего не осталось. Уровень повышен. Ай, нет. О, я левел, ладно, наконец. Брат. Вау! Дай, коси их, коси как только вот можешь прям. Да я вылазю, но как увидишь. Маленькая проблема есть. Обернитесь. Да, крыша. Кройте, я тут сзади прикрою. Ну да попробую. Есть. Второй шанс. Мой ты. Как опять крыша? Не, ну это уже с той стороны. Торт моей стороны. Перезаряжаюсь, мать твою! Так не вовремя-то. О мой кэш, только закинул на крышу эти мины. Не, я уже думал, снова что-то случилось, мы не так думали. Да, я тоже думал. Все вроде живы. Боже мой. У меня в спине дырочка. Ой, да я вся в дырочку. It's a cruel and loveless world we live in. A world in which genes get pulled by gang politics and overbearing assholes like Vernon. Да мы тут как решито нахрен. А, у меня еще в руке, а у тебя в попе, Машуль, дырочка. Да у меня тут не только в попе, у меня тоже вся спина и еще где-то. А че он в гаражу закрывает? А, это он сам закрывает. А ты че думала? Питабир. Ну, если он нас там закроет, то что это у него
Все тачки разберем. Да. Вообще. И все продадим, продадим. Они же денег стоят немерено. Да себе на тюнинг оставить можно. Я почти 37.